Ох, моя голова. Где это я? Там же, где вчера напился и уснул. А ты кто? Я Лотос, твой помощник и проводник. А кто я? Капец, ты нажрался. Ты Тенна, защитник Солнечной системы. То есть на мне такие крутые шмотки потому, что я из космоса? Нет, просто ты из Казахстана. Понятно. И что мне теперь делать? Как что? Спасать мир, конечно же. Но я же просто ребенок. Аха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 , не смеши меня. Ребенок не смог бы выжрать два пузыря водки, запивая Балтикой девяткой. Просто нажми 5 и войди в своего варфрейма. Срань господня, что это за хрень? Это Лимба, твой варфрейм. Соглашусь, мне он тоже не очень нравится. Да, я про то, как я сюда залез. Ты перенес свое сознание. А куда тогда делось мое тело? На самом деле, ты просто проекция, а твое реальное тело сейчас спит на орбите Земли, в орбитере. Но как я тогда смог напиться, будучи проекцией? Прости, мне пора уходить. Удачи в спасении мира. Эй, стой. Ты куда? Эх, не отвечай. Ладно, что уж там, полетели спасать мир.